Нукри, игра была напряженная. Твое мнение об игре? Потеряли 2 очка. Обидно, конечно, когда сыграли такую ничью. Ну, наверное, после забитого мяча немножко расслабились и думали уже, что выиграли игру. Они в конце уже пропустили пенальти. Нукри, с твоей позиции было лучше видно нарушение. Был ли там пенальти? Тяжело сказать. Ну, я думаю, что там нарушение было такое.